По вам лица моим варлоком. Съешь моего варлока, вон. Джараксис пришел похвастаться. Я есть. Посмотри, какой я красивый. Не вовремя этот Санфири пришел. Джараксус работает, он заменяет твоего героя новым героем, Джараксусом. У него он 3-8. Он 3-8. И у него обилка другая. Во-первых, он может бить 8 раз, по-моему, 6 раз с руки на 3 урона. Во-вторых, у него обилка за 2 маны вызывает Инферно 6-6. Да, он говорит, Инферно! Вообще офигенно. Короче, крутой чувак. Что хочу сделать? Я хочу сделать максимально дешевого гиганта. Да, он был. Три карты на имба. Ну ладно. I'll take this. Deal. Буду, но пока не особо охота. Я не знаю. В межсезонье все дела. Кстати, может сейчас сыграю после, как Дерик сделаю. Я рассматриваю такой вариант. Начал? Ну, тебе он еще не отвертел, как мне, тебе-то норм, можешь играть сколько влезет. А мне уже после 2,5 лет... Я устал от лола. Есть у него в руке глыба. Глыба стоит 8 маны. Он меня не убьет. Я думаю, есть смысл сливать Hellfire или не имеет? На эту штуку. Да не должен. Как он может снести мне 11 хп за 8 маны? Если у меня там 2 фаербола, то он мне снесет и так, и так. Других вариантов я не вижу.
Поделать ачивки на Бегали Данжи очень весело для запросовываться. Ну, однако, как ни странно, многим это дело не нравится. Один фаербол и второй фаербол, да? Второй, где фаербол? Давай второй фаербол. Ну где он? Ну, я жду его. У него нет второго фаербола? Серьезно? Инферно! Как он вовремя! Ну просто, ребят. Это... Oblivion! Нет! Не еще одна глыба. Три. Не. Пять, шесть. Все, well played. Я вам покажу сейчас, кстати, вот его. Он, наверное, вот так. Я сделаю погромче. Смотри. Boom! Well played! Well played!